Мы так мало с Богом говорим, не осознавая упущения. Если и беседуем мы с Ним, просим о себе без промедления. Плачем, молим, нами невдомек, что нельзя назвать общением это, что в обычный входим монолог, не предполагающий ответа. Отучились слушать и вникать, на ходу бросая Богу фразы. Не умеем вопрошать и ждать, а хотим всего сейчас и сразу. Пишем списки Богу день и ночь, мастерами сделавшись допросов. Жаждем исполнения точь в точь, так как мы решили, без вопросов. Унываем, когда Бог молчит или не торопится с ответом. Сердце ноет, а душа кричит, ум сопротивляется советам. Да, не постигает ум людской всю авторитетность мироздания, ведь творилось все его рукой, до макромолекул созидания. Нужно ли давать Творцу совет, как получше жизнь свою устроить? Плакать, как дитя, от слова «нет», голодовку объявлять и спорить? Пользоваться Богом, как слугой, требуя приказов исполнения? Так и хочется вскричать: «Постой, человек! Не то это общение! Ждет Господь, когда придем к Нему, в простоте смирения, сокрушения, отдавая все права Ему, принимая все Его решения. Он зовет пройти Его путем, чтобы были мы к Нему поближе. Сын уж разобрался со грехом, только до сих пор мир злобой дышит. Осознав порочный круг страстей, Господу спеши пред Ним склонившись. Измени греховный образ сей, в разговоре с Богом обновившись». Аминь. Благослови вас, Господь.